Мы сегодня, я думаю, продемонстрировали футбол так, как тренер Анатольевич попросту хотел. Но вышли на игру с 5 полузащитников, контролировали мяч. У нас могло получиться еще больше забить, но попросту я очень рад, что сегодня я забил и попросту привез 3 очка своей команде, потому что я знаю, как с Уралом неудачно сыграл. И попросту это гол, это подарок за мою супругу, которая всегда верила мне, мили Волинт. А хотел бы поблагодарить всем, которые верили мне после этих тяжелых моментов с Уралом, когда попросту набирали и попросту поддерживали меня. Но сегодня мы забрали 3 очка в отпуске, не поедем, я думаю, на последнее место, что очень радует. Нам перед нами еще 2-я часть чемпионата, надо работать, подготовиться хорошо и застать в премьер-лиге.